Время молитвы. Я хочу, чтобы вы протянули руки. Если есть кто-то, на кого еще влияет сатана, есть какие-то связи с дьяволом, я хочу разъединить вас во имя Иисуса. Протяните руки. И что бы это ни было, будь это в ваших финансах, и что бы это ни было, будь это в ваших делах, что бы это ни было, будь это связано с вашим здоровьем, или, может быть, в браке, что бы это ни было, может быть, это на вашей работе, все, что связано с вашим будущим, мы просто разъединяем самих себя во имя Иисуса, отсоединяем просто самих себя от влияния сатаны в нашей жизни. Мы отсоединяем себя от влияния сатаны. Я отсоединяю себя от влияния сатаны в моей жизни, во всех сферах. Иди сюда. Во имя Иисуса. Теперь, это твой день. Если ты еще не был отсоединен от влияния сатаны, это твой день сегодня. Это время сейчас, чтобы быть независимым от влияния сатаны. Будь это твой бизнес, будь это твоя семья, брак, карьера, все в твоей сфере, мы отсоединены от влияния сатаны в нашей жизни. Мы отсоединены, я отсоединен, я отсоединена от влияния сатаны в моей жизни. Протяните руку. И давайте помолимся за тех, кто может быть больной, где-то находится. Неважно, где он находится, больной ли он, связанный ли он. Неважно, где этот человек находится, на севере ли, или на юге, протяните вашу руку и начните проклинать эту болезнь, эту немощь в этом человеке. Я проклинаю эту болезнь в нем. Я проклинаю эту немощь в ней во имя Иисуса Христа. Давайте скажем всему, ходи, встань и ходи, что бы это ни было. Скажем своей душе, встань и ходи. Скажем духу, встань и ходи. Встань и ходи, моя душа, мой дух, встань и ходи во имя Иисуса. Откройте ваши уста и просите, чтобы желание ваше, о вашем желании сердца, какая бы ни была ситуация, просите, Господь Иисус, освободи меня, Господь, дай мне то, что я хочу, Бог. Освободи меня, Иисус. Освободи меня, Иисус. Освободи меня в могущественное имя Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы вы знали, что мы находимся под защитой. Бог хочет доказать это сам. Откройте ваши уста сейчас и молите освобождение моей жизни, свобода для меня во имя Иисуса. Давайте, проверьте себя. Если у вас что-то были, какие-то болячки, проверьте себя сейчас. Thou power of deliverance. Я освобожден. В могущественное имя Иисуса Христа. Watch your screen. Что происходит? Опухоль выходит. There's a woman passing out a fibroid. You heard from the man of God. Вы слышали, что сказал человек Божий? Мы сказали, мы провозгласили свободу, и все болезни оставляют нас. Нам просто нужно слово от Иисуса. И это время, что Господь Иисус
занимается нами, Он решает наши проблемы сейчас. И мы освобождены во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог, за нашу свободу. Спасибо Тебе, Бог, за нашу свободу. Господь Иисус, наполни дома, исцели больных. Наполни наши дома, исцели больных. Я могу слышать прорыв. 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 Во имя Иисуса. И зрители, протяните ваши руки к экрану сейчас и верьте. У Иисуса нету рук, но Он использует наши руки для исцеления. Иисус хочет использовать меня, чтобы исцелить вас. И вы, когда протягиваете руки сейчас, я могу чувствовать, как сила воскресения течет к вам. Сила воскресения во имя Иисуса начинает течь. Течет, сила течет к вам. Течет, течет во имя Иисуса. Аллилуйя. Господь Иисус, наполни дома. Благослови нищих. Освободи узников. Освободи узников. Те, кто законы в цепях, в связях, освободи их. Я могу услышать прорыв. Прорыв! 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 Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса. Это хорошо. Все хорошо для вашей души. Это хорошо для вашей души. Это хорошо для души. Это хорошо для бизнеса твоего. Это хорошо для твоих финансов. Это хорошо для твоей работы. Это хорошо для твоего будущего. Это хорошо для твоего брака. Все хорошо! Иисус наш освободитель, Он наш спаситель, наш искупитель. Спасибо Тебе, Господь. Если вы еще не знаете Иисуса Христа, скажите: Иисус, Господь Иисус, я грешник. Войди в мое сердце, омой меня своей драгоценной кровью. Спаси мою душу сегодня во имя Иисуса. Добро пожаловать в семью Божью. Эммануил, Бог с нами. Аллилуйя. Помните, что хорошее — это еще не лучшее. Лучшее еще впереди.